Всем привет, с вами как всегда Кентукки2510, и в этом видео я расскажу про новую фишку с драконьими стеклами – заряд, который позволяет повышать атрибуты любого драконьего стекла и даже открывать новые. Итак, нажав на любое доступное вам стекло, можно увидеть новую кнопку. В этом меню драконье стекло можно заряжать, чтобы, во-первых, повысить его изначальные и доп. Атрибуты, а во-вторых, открыть при 100% заряде новые. Левый режим, который заряжается при помощи обычных кристаллов, это светлый режим стекла. Справа, соответственно, темный, и заряжается он при помощи темных кристаллов, это новый ресурс. При зарядке светлого режима повышаются изначальные атрибуты драконьего стекла, а при зарядке темного его доп. Атрибуты. Чем выше уровень драконьего стекла, тем выше будет стоимость зарядки одного из режимов. Одновременно активировать два режима не получится, поэтому придется выбирать между светлым и темным. Но их можно менять при желании, нажимая на вот эти стрелочки. Рядом с драконьим стеклом в таверне появилась новая рулетка, рулетка кристаллов. Это то же самое, что и рулетка очищенного железа, только в ней разыгрываются обычные темные кристаллы. Важно то, что в сутки рулетку можно бесплатно крутить только один раз. Если вы крутите очищенное железо, то у кристаллов бесплатная попытка сгорает, так что выбирайте, что вам нужнее сегодня. И последнее, какой режим прокачивать первым, светлый или темный? Смотрите, для зарядки светлого режима нужно больше кристаллов, чем для зарядки темного, но темные кристаллы добыть тяжелее, чем обычные. Поэтому я склонен пока полагать, что первым лучше прокачивать светлый режим, так как на событии трата золота можно постоянно мутить по 16к обычных кристаллов. Если вы считаете иначе, то поправьте меня в комментариях. На этом в принципе все. Ребят, огромное вам спасибо за то, что подписываетесь на канал, комментируете видосы и ставите свои лайки. Нас уже 1000, и это, блин, очень круто. Я не ожидал, что за 3 с лишним месяца удастся собрать такую большую аудиторию активных подписчиков. Поставьте этому видео лайк, и если ты еще не подписан на канал, то подпишись, потому что дальше будет еще больше годных обучалок по нашей любимой игре.